7 октября небольшой актовый зал на втором этаже поликлиники был переполнен. Министр здравоохранения ДНР Андрей Пруцких встречался с медиками Харциска. Министр обстоятельно рассказал собравшимся об отмене реформы, которая проводилась в Донецкой области украинским правительством. То есть в Харциске теперь вновь одна ЦГБ и один главврач. Всем медработникам предложено оформить трудовые отношения в системе здравоохранения ДНР. Отвечая на самый животрепещущий вопрос, когда же будет выплачена зарплата, Андрей Пруцких сообщил, что до последнего времени сделать перечисление было невозможно из-за отсутствия финансового механизма. В этом отношении буквально вчера там до 6 вечера проходило заседание Совета министров, на котором было объявлено, что не только продолжается регистрация структур всех и коммерческих, и государственных в органах власти, но начато открытие текущих расчетных счетов. Внутренняя финансовая система Донецкой Народной Республики начинает функционировать. А где аплодисменты-то? Функции обеспечения населения качественными и дешевыми товарами медицинского назначения, по мнению министра, должно взять на себя недавно созданное в ДНР госпредприятие «Фармация». В этом отношении тоже передовой опыт мы берем у Харциска, то есть Харциск у нас как-то идет вот впереди в этом отношении. Все аптеки и внутрибольничные хозрасчетные будут полноценными аптеками. То есть производство стерильных и нестерильных форм. В первую очередь для обеспечения. Не надо нам с Москвы гнать вагоны физраствора, которые мы можем произвести здесь. Завершая встречу, министр поблагодарил тех харцистских медиков, которые в крайне сложных условиях последних месяцев не дрогнули и продолжали выполнять свой профессиональный долг. Для меня профессионал тот, который как капитан последний из корабля уходит. Вот я думаю, что медик любого уровня, от санитарки до главного врача, должен покидать свой пост только тогда, когда в его медицинской помощи никто уже не нуждается. Правильно.